Всем привет! Вы на канале Demon Player шестерки. Вышло на обновление в игре F-Killer. Добавлено новое оружие. Теперь наконец-то ключи теперь вместо куба. Короче, давайте проверять, исправил ли он баги. Я заранее поиграл, он на харде все равно не убивает. Ну, он потом исправит. Давайте начинать. И на меня еще добавили паскалку. Давайте начнем. Давайте не будем проверять баги, а начнем играть на госте. Протестируем. Кстати, кнопки вмененные переместил. Ну ладно, хорошо. Так, смотрите, вот он кубик, которым можно огреть врага. Так, дальше ключи нужен. Короче, вот в самом верху у нас, короче, это... Вот он тут самый ключик, мы его берем. Этот ключ, конечно же, от этой двери. Ладно, без разницы, враг все равно сквозь стену проходит, ну ладно. Этот баг, видимо, исправить невозможно. Так, надо, кстати, проверить, открываются ли ящики и шкафчики. Не все открываются, но, видимо, не знаю. На меня добавлена пасхалка, сейчас покажу вам. Блин, мне видео, да, блин. Смотрите, вот пасхалка на меня добавлена. Правда, немного она пиксельная, ну ладно, без разницы. Главное, что есть пасхалка. Так, я не знаю, игра проходится или нет. Мне разработчик в 11 часов дал бетку, но так как у меня телефон брата, поэтому я через час только могу взять телефон. Так, конечно, баг не исправлен. Ладно, главное, что... так, выбраться за карту все равно тоже можно. Я проверил заранее. Ну, хорошо. Так, это новая бетка. Да, блин, враг мне мешает. А давайте его попробуем отгреть. Убить, то есть. Он реально уже устраняется. Правда, на русском написано. Но... Разработчик должен досмотреть до конца. Вот у нас кнопки, правда, бросить нету. Там на русском написано. Извините, но у меня голос сегодня болит. Мы все, наверное, соскучились по моему голосу. Немного приболел, короче. Так, дверка не открывается. Ну, хорошо. Это у нас третье обновление проекта. Ссылку тоже не оставлю. Потому что я могу получить бан. И поэтому у разработчика спрашивайте, как с ним можно связаться. Я получаю обновление через Discord. Мне через Discord удобнее. Да блин, еле вылезаю. Ну ладно. Обновление, ну, неплохое, но багов немного, ну, не знаю, немного не исправлено. Ну ладно. Ладно, пофиг на баги. Так, ну, видите, у нас там... О, кстати... Давайте поверим. Враг очнется через 10 секунд. Ну, хорошо. Так, тут у нас работает. А, кстати, а что будет, если я положу кого-то сюда? А, нет. Плохо бросается немного. Ну, ладно, без разницы. Да, блин. Видите, на мне пасхалка добавлена. Так, ладно, дальше продолжаем. Я там вижу немного комнатку. Или... Я уж что-то там видел. А, блин. Я там какую-то комнату видел. Но, скорее всего, она не открывается. Кстати, разработчик напишет, а игра проходит, я не знаю. А я здесь в Дискорде мог задать этот вопрос. Игра немного не оптимизирована. Ну, потому что у меня телефон, правда, слабый. Ладно, без разницы. Так. Открываются эти шкафчики? Нет, не все открываются. А, проходит ли игра, я вообще не знаю. Я разработчика, ну, до конца не посмотрел, как игра проходит. Так, ну, кажется, видео с голосом, я сегодня домой приехал. Я был в квартире, поэтому я записывал видео без голоса. То есть, через системник. Я хотел тоже записать без голоса, потому что у меня это горло заболело. Вы, наверное, заметили уже. Давайте напишите в комментариях, выздоравливай. Потому что у меня голос уже
скоро она исчезнет, и я больше снимать не смогу. Если надеюсь, что не исчезнет. Ну ладно. Так, не знаю. Так, что-то у нас ничего не открывается. Давайте все проверять. Я что-то вообще не все полностью проверяю. А вот. Я всего лишь на один день уехал кое-куда в квартиру. Ну, кстати, зато хорошо, что можно врага устранить. Иди отсюда. Да ты че? Серьезно? Так, ну ладно. Давайте проверять баги. Я сейчас перезайду. И разработчик, добавь, пожалуйста, короче, паузу. Чтобы можно было в меню уходить через паузу. Ну что, давайте проверять баги. Конечно, это круто, но, кстати, я проверил. Этот баг все равно не исправлен, но... Все равно надо проверить. Да, тоже здесь нужен ключик. Но зато спасибо разработчику, что он добавил на мне пасхалку. Ой, мне еще сфоткать. А, тяжело. Не знаете как. Какая-нибудь вот такая превьюшка будет. Или может быть превьюшки и не будет. Ну что ж, ребят, давайте проверять баги. Я сейчас полностью перезайду. Разработчик, добавь, пожалуйста, чувствительность, потому что чувствительность очень маленькая. Ну, лично для меня. Паузу. Добавить русский язык. Хотя, когда мы устраняем врага, то там написано русским. И, кстати, можно ли добавить... сейчас. И имя... Игра этому врагу можно добавить. Куда он бегает, а я не знаю. Суп, чего? Он мне что, бежал, что ли? Ну да, он мне отбежал. Давайте напоследок убьем этого врага. Давай, иди сюда. Иди сюда. Бам тебе! Давайте перезаходить и проверять баги. Короче, я перезашел. Давайте проверять баги. Будем играть на харде, посмотрим, убивает ли враг. Вот Astra Studio. Подписывайтесь, кстати, на этот канал. Ссылку я тоже оставлю в описании. Ну, или вот Astra Studio. Кстати, с ним можно связаться в Дискорде. Ссылку я, наверное, тоже оставлю в описании. Так как он мне... Короче, разработчик мне дает через Дискорд. Вот у меня есть Дискорд разработчика, ну, скорее всего, давать не буду, а просто сами лично, вот, в Ютубе можете написать разработчику, какой у тебя Дискорд, он тебе даст, вот. У меня тоже есть Дискорд, в описании канала, вы можете до конца пролистать, у меня там есть Дискорд. Там меня можете добавить, я могу, вы можете с личностью пообщаться. Ладно, что-то мы затянулись, play, проверяем, исправлен ли баг. Можно ли выбраться за пределы? Ладно, ну, огревать зато круто. Зато хорошо, на мне пасхалка добавлена. Она пиксельная немного, но без разницы. Пофигу. Класс, зато... Ух ты! Так, атакует, проверяем. Не, он меня не убивает. Это очень хорошо. Давайте я тут куда-нибудь попадем, что ли, за пределы. Я не знаю, проходится ли вообще игра. Не открывается. Ну что, пойдем. Так, посмотрим. И, кстати, может, за пределами, может, убьем врага. Да, блин, управление так, ну, немного. Лучше стало или так же? Так. Давай. Выбрался за пределы, баг не исправлен. Ну, кстати, вот зато прикольно. Тоже давайте на этом видео заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылку на игру я не оставлю, потому что это бета-версия. Что ж, всем пока.